Так, ну что, я снова подгружаюсь. Еще косарик остался скачаться, чего-то там. Надеюсь, больше приколов не будет, не будет лагать, будет все ровненько, гладко, чисто. Потому что если будет лагать, это, конечно, вообще не серьезно. Что-то не то, ребят, у меня. Что-то не то. Не может так раз вылетать. Я, конечно, не очень ему доверяю, но настолько все плохо не может быть. Надеюсь, я еще жив. Давай, заходи. Заходи, Росик. 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 Large monuments. Огромные монументы. Medium, small, river. Ну давай, раз уж загрузись. Ребятки-то ждут. Ребятки хотят видосиков. Я хочу видосиков. А Раст не играет с нами. Не надо так. Раст не лагай. Во, отличный хэштег. Раст не лагай. Или раз живи. Вообще, блин. Надо поднять эту тему. Раз живи. Или компфилы живи, блин. Компфилы же тоже, мне кажется, блин. Не очень адекватно себя ведет. Я, конечно, грешу на видеокарту. Что-то вот она мне не очень нравится. Слишком она подозрительно выглядит. Так, ну что? Кручусь очень плавно, все очень плавно. Вот тут как будто все дергается, да? Вот вам тоже кажется, что тут все дергается. Хотя по FPS. В общем, это моя паранойя. Я считаю то, что FPS правильно показывает, скорее всего. Никаких лагов быть не должно. Вон мишка. Можно попробовать пострелять по медведю. Но я, конечно, побаиваюсь, что он меня завалит. А он может меня завалить. Я почему-то не оделся еще. А, цензура, то есть, только целиком убирается. Что за фигня? Так, теперь... Опять какая? Я думал, опять игра вылетела. Вот если бы опять игра вылетела, это было уже неадекватно. Блин, это вот уже даже вот... Я не знаю, как это назвать, но это неадекватно вообще. Ну, ждем, пока опять зайдет. Я не знаю, я Shift Caps Lock нажал. Может, это что-то... Что-то из-за этого, но я сомневаюсь, конечно. Может, с интернетом какая-то фигня. Но интернет вроде все стабильно работал. Стабильно, адекватно. Так что это явно не с интернетом какие-то дела. Так, ну все, я вернулся. Вот сейчас бы меня медведь убил, конечно, нормально. Давайте попробуем вот так подкрасться к нему. Конечно, жалко патронов. О, сразу левел дали. Нормально, 10 пулек только... О, печка, печка, печка. Мачетка. Все. Сейчас будем все прокачивать. Я прокачаю все итемы. Ну, поняли, да? Пародия на Сашко, типа. Сашко-то все знают. Сашко все знают. Так. Все, медведя завалили. Ну раз, пожалуйста, не вылетай. Дай мне поиграть спокойно. И мы идем испытывать рыбную ловушку. Но по дороге ресурсики пофармим, конечно. Тих, ты тих, тих, ты тих, 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 тих. Вон рогатка виднеется вдалеке. Конечно, такая текстура разваленная. Блин, зато 70 FPS. Это для тех, кто любит плавность. Абсолютно. Ну, я, в принципе... Блин, я люблю и графон, и плавность люблю, все люблю. Но раз не позволяет такой роскошь, чтобы все было. Так, и у нас тем временем 10. 10 XP-шечек и пятый левел.
И нам надо найти воду. Я хочу рыбу половить. Я вот просто хочу рыбу половить. Очень интересно, как это реализовано. Мне нужна речка. Вот мне кажется, там в низине может быть речка. Или я только что тут пришел. Я, наверное, только что тут пришел. Я вижу, тут очень много камней. Мне это нравится, конечно же. Но я хочу речку. В речке, надеюсь, можно ловить не только в океане. Очень надо. Очень надо поймать рыбеху. Так. Что ж, ищем, ищем. Блин, такая низина, вот прям для речки, не знаю. Вон там щит крепости стоят. Или это стандартные какие-то постройки. Может, это аэродром? Новый, крутой. Непонятные звуки какие-то. Ладно, ищем речку. Хочу речку, ребят, хочу речку. Чтобы вот эти вот кустики поставить и все. Так, берем это. Блин, все равно меньше 60 FPS опускается вот. На каких-то вот моментах, таких вот, когда вот хочешь взять что-нибудь еще, что-то вот меньше 60. Не нравится мне это, не нравится. Ну ничего, может к концу лета поднимут на FPS, как думаете? Может подымут, может не подымут. Вроде не выстрелы и, блин, фиг пойми что. Очень странные звуки. Так, надеюсь, мы найдем там воду. Надо было по дороге, конечно, лучше бежать. Чтобы бочки хоть можно было полутать. Потому что ресурсы, они, конечно, мне нужны. Но пока что мне лень их добывать. Так, давайте пока бежим. Подумаем, что изучить. Ну, печь по-любому, ну, то есть без печи, вы понимаете, жизнь невозможно. Так, где она есть? По-любому нужна печь. Печь прям сразу изучаем. Так, понятно, изучались. Так, что у нас есть еще? У нас есть 5. 5 экспишек. Можно кофточку изучить. Из оружия мы можем изучить только копье. Блин, копья не хочу, ребят. Не хочу копья. Не нужны они вообще, мне кажется. Я ими особо не пользовался. Так. Надо подумать. Надо подумать, что на 5 экспишек можно изучить еще. Вот сейчас захочу взять вот это. Оп. А, нет, не упал. Я думал, FPS все прям упадет. Вон, кстати, линия проводов. И вот, кстати, бочка. Тынц, тынц. Рамочка. Блин, а сейчас без рецептов вообще небось один бред падает из бочек. Ну хотя, в принципе, из-за аирдропчика-то падает оружие. Так что и тут, я думаю, все нормально осталось. Сейчас посмотрим. Точнее, еще посмотрим. Мы же теперь будем много играть с вами. Как приеду с морей, будем на сервере встречаться постоянно, я думаю. Планирую минимум 3-4 раза в неделю заходить сюда. Вообще без травы участок офигенно смотрится. Прям офигительно. И FPS офигительный. Прям офигенно. Других слов даже нет. Просто офигенно. Так все видно, хорошо, спокойно. Не надо всматриваться никуда. FPS не падает, ничего не дергает. Сразу вот эффект дергания пропал. Прям почувствовал это. Так. Ищем бочки, ищем воду. Все ищем. Так, воду я, по-моему, уже нашел. Отлично, отлично. Надеюсь, тут рыба клюет. Хотя тут пустыня какая-то. Здесь бананы должны расти. Такой грубый переход. Так, и... Как ее сажать? Опа. Че, ждем рыбеху? Давай. Чё-то нет пока рыбёхи. Пока сплаваю за тыквой на другой берег. Рыбу заодно с того берега пригоним. Тут сейчас пошебуршим.
Поплюхаем. И рыбка-то к нам приплывет. Так, соберем тыковку пока что. Блин, тыковка без травы, конечно, довольно чудновато смотрит, зато ее очень легко собирать, и сразу видно то, что собрана. Вся собрана. Так, это что у нас, кукурузочка? Ага. Так, ну что, как думаете? Рыбка у нас уже поймалась, пойдемте посмотрим. По идее уже должна. Сейчас надо с прыжка главное залететь. Вот, отлично. Теперь точно приплыла, я думаю, рыба к нам. Так. Что у нас тут есть? Так, ну. И нифига нету. Кроме тыквы у нас ничего нету. Так. Так, ну чё, что-то рыба не ловится. Пойдемте еще посмотрим, что у нас тут есть. Вон лошадь бегает. Патрон... А, это даже не лошадь, это... Оленина. Так, а кстати, метание, что там сделали? Прицеливание. Что-то какое-то не очень прицеливание сделали. Даже не видно, что куда двигается. Нажимаете прицеливание, все пропадает. Ну, чисто замах, конечно, замах, да. Замах вижу, а прицеливание что-то слабовато. Так, вот у нас есть мусорка. Похаваем. Так, и тем временем у нас почти 8 экспишек и почти 6 левел. И ни одной пойманной рыбы, к сожалению. Так, сейчас еще раз чекну, и можно, я думаю, тпшиться домой. Но это местечко надо запомнить. Хотя речка... А нет, она поворачивает, она мимо нашего дома не идет. Может, я как-то не по тактике поставил? По идее, тут должна прям плескаться рыба. Или тут надо чем-то ее прикармливать, я что-то даже фиг знает. Можно, конечно, пострелять по воде. Но мне кажется, это не очень умная идея. Так, у нас, в принципе, весь инвентарь забит. Вот банку кинем. Вот, теперь ты точно рыбка приплывет. Или, может, вообще нельзя ловить в этих речушках? Может, только в больших океанах можно нормально так половить? Нет, тут ничего нет, короче. Когда-нибудь чекнем, прибежим, но сейчас я не готов столько ждать. Грибочки соберем. Так. Камешки надо пофармить еще. И укрепить домик. Домик, я думаю, нам еще пригодится. Блин, экспишки вообще нормально качаются. В принципе, пока особого дефицита нет, на все хватает. Но хотя, если изучить мачете, то их не останется. Так, давайте киркой ломать, этот топор скоро сфидит. Так, бочка. А, бочка для водички. Нормально. Блин, вот эта местность мне нравится. Травы нету. Вы знаете, как мы все с вами не любим траву. Так, ну что, можно двигаться ближе к дому. Даже ТПшиться, я думаю, особо не стоит. Что у нас есть? Дерево. Дерева мало, камней мало. По дороге можно еще пофармить. Но теперь смысл раста вообще поменялся. Так что ПВЕ составляющая теперь, я думаю, на должном уровне. Конечно, не хватает ПВЕ баталий. Ну а так, по сути, сейчас основное это прокачаться. Как можно быстрее, как можно дальше. Чтобы быть на уровне выше всех. Ну и потом, естественно, ПВП. Чисто ПВП. Ну и вертолет, конечно, можно пошибать. Но все равно вначале надо прокачаться, чтобы все было. Чтобы все уметь делать, чтобы сишки были. Ну и дальше по стариночке, рейды там все дела. О, дождь опять пошел. Олени апнули, мне кажется, они как-то быстро стали бегать очень. Или это специальная провокация, чтобы копию я делал? Не, копию не хочу делать, я хочу лук. А до лука нам еще целых два уровня качаться.
И качаться, как я понимаю, придется на ресурсах. Точнее, волей-неволей на ресурсах докачаемся. Так, по дороге я их фармил, а до радиационки еще ни до одной не добежал. И на аирдропчик бы еще облутать. С аирдроп нормально опыт дают. Да и добыча там неплохая. Так, канопельки соберем. По-моему, я пробегал мимо каких-то радиационок. Пойдемте посмотрим. Провода сломанные. Блин, ну ресурсов вообще дофига. Это, конечно, хорошо. Так, ну я, кстати, привыкаю уже, как будто не дергается даже ничего. 60 FPS, нормально. Так, вот я нашел дорогу. Дорога по-любому нас приведет к какой-нибудь радиационке, это я уверен. О, и бочки. Бочки — это тоже хорошо. На бочках можно фармиться. Так, ну короче, тут сейчас одна хавка. Чисто хавка. Больше, я думаю, ничего интересного мы тут не найдем. Раньше-то все за фрагменты боролись, а сейчас за еду. Видите, одна еда, одна еда. Все выкидываем. Тыкву что-то я дофига набрал, мне кажется, лишняя она. А, ну, в принципе, похавать можно. Ее тоже, как я понимаю, жарить нельзя. Так, фармим бочки, ищем радиационку. О, 6-й уровень. Еще один уровень, и будет лук. Что нам открыть? О, кодовый замок уже есть. Кодовый замок по-любому придется изучать. Опреснитель воды не знаю. А вот... О, штанишки. Штанишки, конечно, половчее, чем... Юбка это корявая, надо ее выкинуть вообще нафиг. Так, семена конопли. Конопли, я думаю, надо рассадить перед домом, ну, чтобы это сразу видно было. То, что дом официальный. Так, фармим. Фармим, двигаемся. 11 XP, сейчас надо по дороге придумать, что изучать. Кодовый замок по-любому надо. Конечно, не к спеху, у нас в доме вроде есть, но... Я думаю, нам скоро придется переезжать, и он нам все равно понадобится. То есть кодовый замок не изучать нельзя, в принципе. Тем более, если играете в соло. А мы, как видите, играем в соло. Так. Не вижу проводку, а бегу. Бочки могу пропустить. Так, ладно, потихоньку побежим. Пойдем даже, я бы сказал. Так. Оружие не нужно. Блин, ну иди по дороге. А тут уже тупик. Блин, я так и не могу посмотреть. А, не совсем тут тупик. Так, ладно, остановимся и что-нибудь изучим. Оружие. Блин, хочу, конечно, я мачете изучить. Так, ну, возможно, тут есть что-то более ценное. Так, это не нужно, это не нужно. Давайте кодовый замок изучим. И на 6, на 6, на 6. На 6 ничего не можем пока изучить. По крайней мере, ничего не будем изучать, я думаю, не стоит. Попробуем облутать что-нибудь. О! Сапоги. И топор. Как раз у нас топор почти сломался, идеально. Так, вон бочечка. Можно теперь добить топор. И пользоваться нормальным топором, который у нас, к сожалению, еще не открылся, но мы его по-любому изучим. Так, ведро. Ведро. Есть, шоколад съели. Тыкву сейчас съедим. Ох, мне кажется, наш игрок скоро блеванет. Наш персонаж, точнее. Потому что мы вообще его откормили. Таблетки противозачаточные нам не нужны. Хотя, у нее блудное лицо, возможно, нам еще понадобятся они. Так, лампа, маленькая бутылка воды, тыква, отстань. Что еще выкинуть? Блин, ладно, есть не будем.
Светильник, все возьмем. Все, пойдемте домой, а тоже я еще что-нибудь соберу. Так, хоми. Ой. Хоми фил. Все, погнали. 15 секунд и будем дома. Телепортинг, 15 секунд. Эх, думал еще пофармить напоследок, ну ладно. Так. Все, мы с вами дома. Все четко, нормально побегали. 6-й левел, 9 экспишек. Сейчас что-нибудь еще изучим.